В области проживает очень много интересных личностей. Так, в Шалкарском районе мать четырех детей в одиночку справляется с нелегким делом ухода за верблюдами крестьянского хозяйства. Тему продолжит Жасан Жалбаков. Аймкуля Уйсхановой 48 лет. Она живет в Шалкаре и ежедневно она преодолевает 20 километров для того, чтобы добраться из райцентра к хозяйству. К слову, женщина сама водит машину. Ей принадлежит более 50 верблюдов породы Ойсл-Кара. А они бывают очень упрямыми, и даже мужчинам бывает сложно за ними ухаживать. Однако Аймкуля Уйсханова справляется с этой задачей уже более 20 лет. Когда у меня был муж, я ухаживал за лошадями, а теперь в основном выращиваю верблюдов, чтобы прокормить своих четверых детей, говорит она. Источник дохода – Шубат. Продукцию в основном продаю местным магазинам. Иногда бывает особо высокий спрос на молочную продукцию, когда в районе проводят различные праздники. Сейчас, как вы сами знаете, у жителей появился огромный интерес к национальным ценностям. Шубат – это кисломолочный напиток из верблюжьего молока. Традиционный напиток нашего народа. Употребляется летом. По сравнению с кумысом, шубат имеет более высокую жирность. 2 минут достаточно, чтобы подоить одного верблюда. В этом году их количество увеличилось в разы. На сегодня более 20 верблюдов дают молоко. В сарае сейчас у меня 14-15 верблюдов. В целом молоко на регулярной основе дают более 20 животных. В день около 40-50 литров молока выходит. Шубат полезен в борьбе с авитаминозом, анемией, так как богат витаминами и микроэлементами. Кисломолочный продукт богат белками, витамином В12, кальцием. Это верблюды фирмы «Ашат». Владелец бизнеса создал благоприятные условия для своих работников. Аймкуль работает одна, несмотря на то, какая погода стоит. Сама добирается из райцентра на машине к хозяйству. Для женщины такая работа очень сложная. Даже мужчинам ухаживать за верблюдами непросто, а ей удается это делать. Она просто невероятно сильный человек. Выражаю ей огромную благодарность. Мать, которая заботится о своих детях, является примером для многих. Сегодня не только район, но и жители города заказывают целебный шубат Аймкуль. Жасан Жалбаков, Нурбол Жаумбаев, Самат Каликенов, телеканал Актобе.